Всем привет-привет, ребята, вы на канале Мультмикс, и сегодня мы в новой игре. В общем, жили-были вот такие вот роботы на своей планете. Все у них было замечательно, но вдруг у них сломался генератор, у них кончилось электричество, и все роботы уснули. Уснули очень-очень надолго. Поезда остановились, и весь город умер. Но через 10 тысяч лет, когда была страшная-страшная гроза, в одного из роботов ударила молния. И он ожил. Представляете, он зарядился. Посмотрим, сможет ли этот робот оживить своих друзей. Давайте ему поможем, ребята. Так-так-так, посмотрим. Ага, мне нужно добраться вон туда. Кнопочки. Похоже, кому-то предстоит нажать на рычажок. А может быть попробуем здесь? Пульт управления. Так, нам нужно здесь сделать такую же схему. И нажимаем, ребята. Отлично, лифт приехал, и мы можем ехать дальше. Давайте его будем называть робот Робби. Очень интересное и подходящее имя для робота. Даже очень... Ой, прости, робот. Что-то пошло не так, кажется. А что это такое? Похоже, кто-то здесь жарил шашлык, а может быть... Нет, это не шашлык. Это, похоже, какая-то установка. Может быть, это пресса? Непонятно. В общем, давайте ее починим тоже. Похоже, нам с вами предстоит починить весь город. Так, ставим эту штучку сюда. И нам открылся новый лифт. Что, едем дальше? Отличненько. А паровоз-то все стоит. И бедные друзья робота все, к сожалению, все не работают. Попробуем завести этот поезд. Так, отличненько. Теперь рычажок. И поехали. Давай, только заведись, пожалуйста. Так, еще разочек пробуем. Давай же, не получается. И давай. Что-то пошло не так. Может быть, нужно... Что, он от бензина работает, что ли? Это что? Может быть, это какое-нибудь моторное масло? И нам нужно немножечко смазать детали. Может быть, это правда бензин? Для паровоза ведь электричества же нет. Похоже, нам придется теперь на бензине работать. Так, отлично, заряжаем и вперед. Ура! И наш паровозик отправляется в путь. Мне кажется, или там у нас заканчивались рельсы. Ничего себе, он так ногами едет. Что делать? Красная кнопочка моргает. Ай-яй-яй, спасите, помогите, сработала сигнализация. Рычаг. Так, нет, тормоза не работают. Похоже, сейчас мы врежемся. Это что? Где? Фу, остановились. Кажется, нам нужно опустить вот эту часть моста. Хотя, может быть, мы и так придем. Давайте попробуем. Может быть, нам дальше пешком? Нет, было бы неплохо прокатиться на паровозике дальше. Так, еще разочек. И... Руби, давай же. Как больно. Кажется, что-то опять пошло не так. Может быть, еще нам... Ой, сейчас упаду. Какой-то неповоротливый робот. Да.
я же забыл! Наш паровоз, в общем, он ездит вверх ногами, у него все наоборот, не как у обычных паровозов, и... Ой, мамочки, мы упали, похоже, мы разбились, ой-ой-ой. Что же случилось с нашим роботом? Хотя он железный, я думаю, ему ничего не будет. Ему страшно только потерять электричество. И, в общем, никогда не зарядится. Какой-то что, кран, что ли? Хм. Посмотрим. А, это батарейка, похоже. А, включилось освещение. А это что такое? Похоже, это лифт, но я ничего не вижу. Ой, мамочки! Хм. Сейчас мы будем чинить наш паровоз. Ну или, по крайней мере, возьмем одну запчасть и перенесем ее туда, что ли? Пока не понимаю, зачем это нам нужно, но давайте попробуем. Итак, взяли... Ой, какой же он тяжелый! Ай! Ой, голова закружилась! Ой! Нет, похоже, мы что-то делаем не так. А может быть, вообще нужно разбить эту скалу? Ой, давайте повеселимся! Икия! Вау! Ничего себе! Какой у нас крепкий паровоз. Да, ребят, мы можем двигаться дальше, но придется нам это делать пешком. Потому что рельсов у нас, к сожалению, дальше нет. Ха, а это что за интересная конструкция? У кого-нибудь есть идеи? Похоже, это какой-то дом, и наверху у нас, да? Ой, похоже, мы что-то нажали. Может быть, это какой-то генератор? Определение направления ветра. Посмотрим. Эй, робот, ты с чего прыгаешь-то? Нам нужно соединить эти провода. Главное, чтобы тут ничего не взорвалось. Ой, мамочки, как мне страшно. Так, что-то они крутятся в разные стороны. И давайте уже соединяйтесь. Не получается. Тин-тин. Ой, еще сейчас здесь нажму? Нет. Так, а может быть так? Ну опять же не соединились. Еще разочек. Да нет, не так. Так, ой, отлично. Будильник. А это кто? О-о-о, я не понимаю, кто это был, но похоже, это наши друзья. По крайней мере, они нас не тронули. Ой, мамочки, они возвращаются. А, они что-то забирают? Может быть, они помогут нам отремонтировать наш генератор? Ой, меня забрали! Ой, спасите, помогите! Кажется, я лечу! У меня же нет крыльев! Ой, у меня даже нет вентилятора! Спасите, помогите! Ай, зачем ты меня отпустил? А, как тебе не стыдно? Ой, ну вот. Куда это мы приземлились? Непонятно. Ладно. Ой, ты чего? Я же твой друг, я же тоже робот. Ты чего меня обижаешь-то? Сейчас я вырасту тебе как на... Вот сейчас мы тебе... Может, тебя током? А, вот так мы тебя отключили. От розетки. Так тебе и надо. Ну вот, ребят, даже такой маленький робот может победить вот таких больших роботов. Главное, смекалка. Ну а теперь нам нужно вставить вилку в розетку. И я думаю, наш генератор заработает. Посмотрим, что мы тут можем сделать. Так. А что это за детальки? Что-то я не понимаю, что я нажимаю, но что-то происходит. Я, в общем, не очень понимаю в электричестве, но я думаю, нужно куда-то воткнуть ее. Потому что предыдущий неаккуратный робот вытащил вилку из розетки, и поэтому у нас закончилось электричество. Так, отличненько. Может быть, это вот... Ой, нет, нас не надо хватать. Эй, иди отсюда, нас не надо. Надо вилку. Так, вот, теперь туда вставляю ее. Давай! Ну, что же ты, давай, что ж такое неповоротливый? Вставляй уже! Ну,
бывают же роботы. Вот, отлично! Ребята, мы включили генератор, наши друзья спасены. Отлично. И уже первый робот, вот... Ну да, в общем, все наши роботы ожили. Отлично, наш робот Робби справился с заданием. Ребята, если вам понравилась эта игра, ставьте лайки, проходите эту игру, она логическая и такая довольно непростая. Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока!